ангел, а не собака. Сидит, а в глазах у него: возьмите меня с собой, да? Арчи, ой, мы с ним так задружились, ой. Хороший, да, хороший. Доброе утро, мои дорогие. Пасха сегодня. Пусть с опозданием вы увидите, но я всем желаю только добра, здоровья, мирного неба над головой. В общем, всего-всего самого хорошего. Погода у нас вот такая. Всю ночь лил дождь. Первый для меня в этом году. 8 градусов тепла. Я и смеюсь Марине, говорю: залезу в чемодан, там одни шорты. И опять одеваюсь потеплее. Да. Ну, сейчас вот яблони цветут, сирень зацветать будет, поэтому похолодание. Я же надеюсь, что будет тепло-то. Вон ветрище какой. Облака, он как бегут прям по небу. Вот, так что... А мы вот дорогу. Гляньте, гляньте. Тучи какие. Всю ночь лило. И опять. Это город Ивантеевка. Верьте, ей всю ночь лило. Это она только слышала от людей. Она храпела, наверное, как не знаю. Конечно, до трех не спала. А лило до трех прям, да? Он то перестанет, то опять. Да так сильно. Прям так. Но теплее сегодня ночью было. Ну, дождик смыл холод. Да. Люба у нас проходит курсы закаливания, спит на веранде. Печку не включает. Маршрут. Обогреватель не включает. Прямо она закаленная девочка. Севера. Сейчас вот планируем ее на крыльцо перевести. У нас там большое крыльцо, есть где спать, крыша на весик. Собака рядом. Собака рядом, чтобы она закаливалась. Здоровье прежде всего. Я, может быть, выйду тоже с ней лягу рядом, чтобы тоже закалиться. Как в детском саду раньше всех закаливали. Ага. Ножки все в тазик в холодный. И вперед. И спали тоже. Да смотришь фотографии. Вот я сейчас в интернете. 70-е годы, 60-е, детские сады. Под снегом, водой обливались. Вообще по-другому. Да. Дети здоровые все были и ели нормальные продукты. А сейчас свои чупы-чупсы все, давай им вот всякое... Химия. И Марс, и химу надо. Да. Point. А, это мебель. Мебель хорошая очень, кстати, магазин. Ну, бабушки кресло здесь покупали. Она очень любит его сидеть удобно. Мне люблю этот магазин. Вайкики там хорошие. Съезд, поверните направо, на мост. Сейчас Вайкики нигде не хорошие, как раньше. Да. Погодка разгуливается. Да. Ярмарка продуктовая в Мытищах. Ну, она и мелкооптовая, и так можно купить. Ну, хорошую можно что-то набрать. Осташковка любимая, на ней, по ней на работу всю жизнь ездила. Представляете, съезд, поверните направо. Я лохушка, я думала, что мы едем по МКАДу. А это, оказывается, совсем не МКАД. Я на МКАДе давно очень не была. Да мы только что по нему ехали, мы уже с ним съехали. Мы ехали-ехали по МКАДу, съехали, и уже не на МКАД. На нем мы были. Тебе потом еще покажу, где. Ну, что делать?
некоторые тут москвичи. А мы-то, господи, с периферии. А мы прям городские. Все равно, Марин, ты ж все это время все равно в Москву ездишь. Через 300 метров. Нет, держитесь правой полосы. Ну, сейчас не ездишь, да, раньше-то. А я уже... Правой полосы через 300 метров. А я-то уже сколько лет? Поверните направо. А сколько я лет? 35 лет. В Мурманске, в Крыму, где угодно. Какие заборы на Рублевочке. Это не Рублевка, это Ильинская. Ну, вчера один хрен, Марин. Ну, конечно. Оно же... Вот такие вот заборы. Ну, в дороге пылью не дышать. Ну, да. Таунхаузы другие. Тут разделяют гаражи. Что у нас поселок в Мурманске. Смотреть видео поснимать. Радуга, смотрите, какая. Двойная! Смотри, Мария! Ура! Мы будем удачливы! Как никогда! Обалдеть! Ой, я много лет не видела радугу, чтобы двойная была. Пасха! И да. За то, что сегодня дождь, на Пасху вот такая радуга. Обалдеть, правда, двойная такая крепкая, сильная радуга. Ну вот, быть добро. Здорово. Сначала ехали одна была, а тут вторая. Ну, вторая бледненькая. Не знаю, вам видно, не видно. У нас в работе прошла Пасха. Да. Бог говорит, делай нужное дело, ты не ругайся. Мы не ругались. Ну, старались на тех сил, но, может, несколько раз и ругались. Раскакивало иногда. Но мы извинялись. Да, это, честно, не смешно. Мы начали бороться за чистоту языка, а получается не очень хорошо. На самом деле, вот речь у нас очень много засорена всякими словами. Вот то, что говорит, вот, что, вот, значит. И всякие прочие мусорные слова. Надо как-то с ними бороться. Не всегда получается. Ну, мы пытаемся. Всю жизнь приучались, а теперь пытаемся отучиться. Ну и что, у нас получится? Получится, конечно. Я только зеваю, спать хочу, умираю просто. И я хочу. Любовь Николаевна, ищем приключения себе на задницу. Завтра мне на работу рано, она поспит, приедет к обеду, а я поеду раненько. Да я, может, с тобой вместе и поеду. Тебе со мной не хватало. Посмотрим. Посмотри, какая радуга все равно продолжается. Прямо мы как будто между двух радуг едем. Посмотри, видишь? Угу. Обалдеть. Ой-ой-ой. Нам уже сказали, что во Фрязино град. Мелкий, да. Ага. Красиво. Какая прелестная погода, да? Угу.
Только ветер сильный очень. Город Королёв. Цесарёнок, вон какой лапусенька. Маленький. Ласточка. Приветствуем тебя в нашем мире. Иди, привет. Плесните, пожалуйста. Пожалуйста. Из вашей блатной кружки допью. Допей. Негазированная. Нехотя делаю это. О, нехотя. Вот видите? Страждущие стоят, ждут, когда их покормят. Ну что, опять холодно. Ночью прям холодно было. Говорят, еще холоднее будет. Это что такое-то? Я приехала в лето. Теперь еще и горло болит. То это у меня тут лежит лапка на лапку, мой хороший. Арчик, вчера приехали под вечер уже. Он нас так встречал. Скажет, куда мои бабки пропали? Да? Да, зайка? Куда бабки мои пропали? Уехали на весь день. Да? Дай я тебя поглажу. Дай поглажу. Дай, мой хороший. Сейчас тебя папа выпустит. Ты побегаешь. Да, да, открывайте меня. Вот. Ты мой зайчик. Угу. Так, а сейчас я вам покажу. Из Мурманска мне прислали. Спасибо огромное. Пустите меня, да. Да, пожалуйста. Вот. А это сейчас будет Болгария. Вот скажите, чем не наша Россия? Кизайчик мой понесся. А это Пловдив. Саша моя переехала в Пловдив жить. Город, который мне очень нравится. И им там понравилось. Подожди, просят чесать его за ушами, да. Ты мой хороший. Ты скажи, почесала, мне понравилось, да. Да, почесала, понравилось, чеши дальше. И под, тут под шейку, да. Все, пошел есть. А это Финляндия. Рина, Риночка прислала. Ну ладно, облизывать меня. Посадила. Молодец. Молодец. Целыми днями тут корочится. Так. Муж выйдет, посмотрит. И уходит. Вот это все настоящая жена, понимаешь? Ну а так, а как должен по-другому быть? Как по-другому должно быть, Лёв? А что теперь тут, в КВД? Что? В КВД в бывшем. Чё-то. А, ну, на типа это, само общежитие. А. Сегодня мы с Сергеем Алексеевичем катаемся. Так меня не снимаю. Не снимаю я тебя. А зря. Красивый, нет, с усами. Это самое, тут этот, как его? У нас девушка сегодня вся в пасти. Кто-то ручкой разрисовывал. Ой, Тая. Тая ты, Тая наша. Так, ну что нам надо? А вон там хлеб еще есть. Смотри. Марина будет ругаться, наверное, на нас вот за этот хлеб. Нет? Не будет? Ну, пойдем. А это же белый? Белый. Так, какие ты конфеты ты хотела? Дай.
Тут нет таких? Ну иди там возьми, где ты видел это. Мармеладки? Ну да. А. Ну бери, чего ты. Так, ну это нам не надо, спиртное. Кидай. Так. Можно я скажу? Чего? Вот такой у нас сегодня хороший день. Вот так вот, ясно? Съездили в магазин. Дедушка пошел там искать мешки для пылесоса. Мы пошли в продовольственный, купили все, что нам Марина сказала. Огурцы, помидоры, молоко, хлеб. Вот. Вышли, стоим деда, ждем. А потом дед выходит сзади нас. Мы где-то разминулись. И он купил молоко, хлеб, огурцы, помидоры. Ой, Господи, что расстраиваться? Съедим нас народу. Еще Костя с Сашкой приедут. На днях. С Нижнего Новгорода там. Вот тут все время пробки. Я уже говорила, раньше здесь было просто поле. А теперь вот. Оу. Мы точно съедим, потому что нас семеро. Вот, да. Семеро по лавкам. Да ладно, чего ты? Вот. А это из Прибалтики. Из Литвы прислали. Нюська, давай поцелуем. Ой, ты умничка, давай еще поцелуем. Ой. Ой, ты куда чалуешься? Еще давай поцелуем сюда. Да, иди сюда, поцелуем сюда. Ну. Ой, куда чалуешься? Отвлекается. Слышите, самолет летит. У нас же тут недалеко аэродром Чкаловский. И вот всегда мы в молодости знали, если начинают летать самолеты один за другим, значит, где-то заварушка. Да, мой хороший? Да. И вот сейчас они летают один за одним. Жду Марину с работы. Мальчишки мои прислали видео из Нижнего Новгорода. Саша найдет себе занятие где угодно. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ничего, вытягивай. Сильно закрутилось. Представляешь, как давай, ты... пап, сам застегивай, что ты. Давай, застегивай. Вот. Че, ну ты вот так вот нажимай на нее, смотри. Вот так раз. И вот так, да. Не хватает, да? Да, не хватает. Она слишком широкая, потому что... Ну можно. Опа! Удалось. Так еще два крутили. Перещелкнул. Стой в другую сторону, Сань. И вот так вот, да, давай. Давай, крути. Да не в ту сторону. Все, она тянет. А, не в ту, да? Значит, ее обратно давай. Все. Все, двигай.
выгибает. Все, она... Все. Закрылась, да? Она закрыта. Ну все, оставь ее, давай. Эй, доброе утро. Время 4:30. Вы гляньте, что творится. Снег. Вот такая она, подмосковная весна. Обалдеть. Да. Ну что делать? Когда-нибудь тепло-то будет. Вы скажете, чего она подорвалась такую рань? Ну чего? Я вчера... У меня был выходной. Мы съездили в магазин с Сережей. Я помылась так. Прям хорошо помылась. Все перестирала свое. Руки в кровь стерла. Мне все время так смешно, когда мы говорим, да, перестирала. Машинка перестирала. Угу. А я что-то так устала в таком ритме. 4 дня прям, ну, отвыкла я от такого ритма жизни. Думаю, в 5 часов. Пойду-ка я полежу. Марины нету. Ну и что, проснулась я. 10:30. Выплываю такая. Марина работает по телефону. Ну, поболтали мы чего-то. Попила я чайку. Ну что, Марина говорит, завтра встаем рано. Ну все, я пошла опять. Ну что, я столько времени проспала? Конечно, я уже выдрохлась. Зато все спят. Ой, ты голосит-то, голосит-то как. Так что буду сейчас ждать всех, кто встанет. Позавтракала, таблеточки выпила. Да, удручает погода такая. Ну ладно. Прикольно, да? Ой, ну, для меня, во всяком случае. Только говорила, что Мурманск замело. И сюда дошло. Деревья цветут. Холодновато. Плюсовая, понятно, это все растает, наверное. Но вот такой май.